Еще один неиспользуемый комплекс объектов недвижимости в Слониме продан на аукционе. Здание бывшей станции юных техников на улице Тополевая 1, корпус 2. Его приобрел индивидуальный предприниматель из Минского района за 28 тысяч белорусских рублей. Первоначальная цена была снижена на 80%. Это четвертый объект, реализованный в 2021. На аукционы на этот год выставляется 32 здания и сооружения, которые не используются.